Всем приятной жизни. Это шашлык. Короче, эта миссия забаговалась, и я сейчас попробую ее пройти, тупо вот используя консоль, потому что по-другому никак. Но ее можно переигрывать. Ну, блин, даже если мы бы переигрывали, даже если бы эта херня Демонесса на нас напала, у нас очень низкая угроза, мы бы ее все равно раскатали на изичах. Поэтому я попробую сейчас в консоли прописать команду. Вот собака, вин и вот так скобочки. When Gepid Global with name Win. Чё, блин? Охренительно. Мне посоветовали с большой буквы написать. О, ёпта, бля! Миссия завершена! Вот спасибо, а! Вот уж не ожидал! Ой, как было тяжело пройти за этих, за сраных эльфов миссию, а? Аж чит-кодом пришлось пользоваться. Охрененная компания в пятых героях. Что сказать? Ничего не могу сказать. Может, мне все так пройти миссии, а? Вот чисто сейчас попрописывать этот вин-вин-вин и все, прохождение. Сейчас за 10 минут пройдем все компании из вместе с DLC. Не, ну просто, вот это меня выбешивает, вот реально, все желание играть в эту игру пропадает, просто на корню. Ой, господи, давайте дриад возьмем 10. Вы здесь, мой король? Демоны и нежить теснят нас повсюду. Гармония под угрозой. Вы нужны в городе. Я знаю, но армия несет огромные потери. И пока изумрудные драконы не вернутся, мы будем бессильны. Изумрудные драконы? Их уже 20 лет никто не видел. Я знаю, и я тому виной. Мы должны вернуть их. Послушай, Файдаэн. Я расскажу тебе, как умер Алекс, отец Николаса. Время ли предаваться воспоминаниям? Самое время. 20 лет назад, когда мы сражались с Кхабелехом в недрах Огненной горы, он испугался, что мы победим, и начал закрывать ворота. Алекс и его рыцари бросились вперед. Победа казалась им близкой. Смело. Если бы Сайрус и я пошли за ними, кто знает. Но Сайрус счел это самоубийством. Я же колебался всего минуту, но ворота уже захлопнулись. И на наших глазах демоны уничтожили цвет Империи Грифона. Вы не помогли ему? Я колебался, когда надо было действовать. И в тот же день изумрудные драконы покинули Ролан из-за меня. Я бы сам отправился к ним, чтобы попросить прощения, но сомневаюсь, что они станут меня слушать. Где начать поиски? В пылающих песках. Сейчас эти земли в руках демонов, поэтому возьми побольше войск. Спеши! Ирлан на грани гибели. Что тут делать надо? Опять сиди в замке 2 года и жди, потом миссия залагает, и ты проиграешь. Точнее, ты введешь код и выиграешь. Такая миссия, я угадал? Нет? Странно. Ратушу строим, хотя нам она нафиг не нужна. Ой, вот что называется, никакого желания играть вообще нету. Вот просто из-за таких вот миссий, из-за таких вот глюков, багов. Просто ты вот играешь и думаешь, да ну его всю нафиг, этих героев. Просто какой-то адский трэш. Я не знаю. Как вот это еще можно назвать?
просто какой-то адский трэш. Да, конечно, сейчас я прям бесиком отдал своих лучников. Прям 5 раз вот бегу и отдаю. Сорок пять, и они еще и с это самое, с боевым духом. О, 14 могу убить. Давай 14 жахнем. Ля, они ж ману крадут, да? Блин, да ну нафиг! Вот же скотина, а! Двадцать-двадцать пять, давай убивай их нафиг. Ладно, одного танцующего не так жалко. Ком потерял гораздо больше. Чё тут, ничего не лежит больше? Вон, спрятанная шняга. А чё я тут? Я же вроде строил... А, это я уже прошлый ход строил ратушу. Дома на деревьях, лучники нужны. В первую очередь. Самая у нас ударная армия, лучники. Так, тут собаки, ну этих собак на изи. Да, конечно, 2 лучника я сейчас так прям и отдал. Так. Блин, чё у них инициатива такая высокая? Я вот это не могу понять. 3, 3, 6. Давай, иди, беги, убивай. Давай, давай. Все, отлично, снесли без потерь, супер. Тут 2 лучника захотел, ага, конечно. Аж 5 раз. Так, тут еще есть демонесса. Блин, с демонессами будет, кстати, сложно. Ладно, пока к демонессу не пойдем. Давайте тут пока повыносим этих. Так. Что тут у нас сделать надо вообще? Собрать 20 изумрудных драконов. Ну, как обычно, сиди полгода, собирай драконов. Охренеть, очень веселая игра за эльфов, я должен сказать, в этой компании. Прям, ну, прям просто я не могу нарадоваться. Да, сейчас прям я отдал вам 5 раз отдал собак. В смысле, вы у меня их возьмете 5 раз. Так. А сколько ты, 12 можешь снять, да? Походу надо его пускать в бой, потому что иначе будет больно. Так, 5, 7. Так, ну давай. 8 снял, да? А, ну отлично. Мы главное, что не потеряли лучника. А остальное то все не имеет значения. Замечательно. Так, возьму образование, ибо оно дает бонусные навыки. Это хорошая тема. Вон, видите, пошли бонусные навыки. И каждый раз, когда я его буду прокачивать, оно будет еще апаться. Ну, то есть еще бонусные навыки давать. Так что это нормальная тема. Площадка боевого танца построим.
Так, окей. Погнали теперь сюда, зачистим этих. Ну, один этот, пофигу. Так, что тут, магистрат можно? Я надеюсь, тут хотя бы можно будет Капитолий воткнуть. Так, ну пофиг, сейчас пойдем этих демонец отчпонькаем и нормально. Сейчас пойдем мы их отчпонипедрехаем, и потому что пофиг на потери уже мне. Мне вообще уже на все пофиг, я так разочарован в этой компании, честно говоря. Вообще, в пятых героях они, в моем понимании, были хорошими, а компания показала, что та же эта лажа, что и была, что и есть, что и, видимо, будет. Давай, беги за армией, сейчас тут всяких лошадяк прикупим, как раз шестой день, на седьмой придешь. О, давай прирост увеличим. О, еще и своды энтов, возможно, успеем поставить. Вообще будет хорошо. Огонь. Да, успели поставить своды энтов. Все. Сейчас всех прикупим и нормально. Я сейчас только еще эльфов загрейжу. Этих лучников, в смысле. Да, эти где тут высокие чертоги, вот грейдим, так. А, этих я не могу. О, нормалек, на 16 косарей накупили армии и ништячок. Так, что тут еще не зачищено? Вон говнюк стоит. Ну да, нам уже у нас не так много армии осталось. Так что надо собирать ресики и идти в подземочку. Не, ну хотя мы все шахты отжали. А, вон там еще что-то на берегу можно будет пройти, да. Ну да, сейчас. А почему тут нету, это интересно, ну, плавательной шняги? Так, ну одну эту нам не жалко. Ага, знаете, что не хватает, кстати, дерева. Мы не можем ничего в замке построить, потому что у нас нет дерева. Вот. Так, все сносим. О, ошейник нашли. Ты его одел, все норм. Да, одел. Ну, на единичку боевой дух хапает. Вот. Так, надо, наверное, гильду магов первую ставить, чтобы вот этих открыть. Стоунхендж, ну, это эти лучники. Так, я вот не знаю, очень низкая. Ну, погнали, владык, забабахаем тоже, ибо нефиг. Ибо нефиг, сейчас забабахаем владыков. Ляп. Да, не, ну что-то потери, честно говоря, большеватые. Мне вот не нравится, что он лучников потерял. Тут надо как бы расставить так подальше, чтобы не было у него шансов стрельбануть. Ля, они, кстати, еще неплохо стоят одним стыком. Вообще хорошо. О, ты можешь его уже тюкнуть, это здорово. Ну, пусть сначала мастера лука чпонькнут. Ответка, ну подожди, пока не снимай ответку. Хотя, блин, а еще одну не снимешь? Не, по-моему, поэтому лучше стрелять по большим существам, лучше стрелять. Блин, он же сейчас укусит. Вот скотина, а. Не ударил, когда мог. В итоге проиграл всю армию. Не, ну зачем? Ай, ладно, пофигу. Лучников не потеряли. Основная ударная мощь — это лучники. Остальное все фуфел. Заклинания мне не надо. Разгадка тайного... тоже мне не надо. Давайте образование поднимем. Оно даст вон опять кучу навыков. Ну, не кучу, всего 2 дало. Ха, лол.
Ладно, потом апнем еще, оно тогда даст много на последнем уровне. Пойдемте в подземку, надеюсь, с той стороны ничего жесткого не стоит уже. Да вроде бы нет. Так, окей, сейчас мы поставим этот Стоунхендж. А я так понимаю, Капитолий тут нельзя. А хотя нет, вроде бы можно. А, не, нельзя. Капитолий нельзя ставить. Так, ну и ладно. Мне бы деревякочную шахточку бы найти. Еще одну. Ну или просто дерево. Так, 105 этих давайте расстреляем. 1000 монеток еще. Не, ну тут везде камень лежит, а дерева нету. Ну что за жизнь такая? Ладно, загрейдим этих. Пока, как говорится, есть что строить, можно строить. Вон там дерево, его охраняют эти опять бесы, черти. А сколько их тут? О, 8 еще больше. Не, не вариант на них нападать. Блин, ну 12 танцоров, ну твою мать, ну неужели нельзя без потери этот победить, а? У нас такая армия. Тут, по-моему, вообще изи все проносится. Нет, блин, они... Охренеть! Ты какого... Ой, господи, ну какого черта они добегают через всю карту? Ну как это... Блин, просто задолбала уже эта вся хрень. Одного кентавра отдали, чьи единорога, одна фигня. Все, лошадяки. Ой. Да. Да, да, да. Так, ладно, давайте в замке построим. Сейчас 6-й день. Я думаю, нам есть резон. Волшебный лес. Блин, еще и хрен что построишь. Заклятый враг нам не нужен. Ладно, давайте фей апнем. Короче, я думаю, нам есть резон сгонять сейчас еще взять армию. Мы потеряли кучу маленьких существ. Вот, так. Кучу маленьких существ потеряли. Погнали в замок. Сейчас купим себе армейку и нормальдыс. Карта вроде бы, кстати, небольшая. Начало недели надежды. Так, скупаем всю популяцию. Кого тут можно апнуть? Можно кого? Да особо некого. Так, окей, скупили популяцию. А, верфь есть уже. 10 норм древесины, блин. А рынок у меня есть? И рынка нет. Давайте построим рынок. Естественно, на рынок, на странный, нужно 5 дерева. И сколько ты хочешь? 1 к 10? Ну, давай 3 нормально. Тут 1 к 5. Давай 5. Че у нас еще много? Вот этого еще. Парочку. Давайте купим корабль. Мне кажется, на корабле тут больше экшена будет. Тут он всякие эти. Единороги есть. Может, они присоединятся. Неизвестно. Вот почему неизвестно? У меня же есть эта странная разведка. Почему неизвестно их решение? Вот. Из-за чего? Так, ладненько, я тогда, пожалуй, на этом этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык